Всем привет, с вами Информ ТВ. Популярный шоумен Дмитрий Дибров недавно разменял седьмой десяток. В жизни ведущего было много женщин. В светской тусовке он уже давно прослыл настоящим ловеласом. Первые две жены были примерно одного с Дмитрием возраста, потому у телеведущего все прошло по сценарию – седина в бороду, а без в ребро. Словом, в 50 лет он как по щелчку начал активно волочиться за молодыми девушками. В 2009 году известный шоумен женился на 20-летней Полине. Она стала четвертой супругой Деброва. До нее мужчина был женат на 23-летней Александре Шевченко. Шоумен был на 26 лет старше своей супруги. Многие называли их брак типичным мезальянсом. Спустя 9 месяцев после свадьбы супруги развелись. История их знакомства весьма любопытна. Дело в том, что Дмитрия воспитывал отчим, а Александра является его родной внучкой. Она с раннего детства тесно общалась с ведущим и не могла себе представить, что он станет ее супругом. Девушка родилась в Ростове. Будучи юной выпускницей, она приехала покорять Москву. Столица была к ней благосклонна. Саша поступила в ГИТИС и примерно в это время начинает встречаться с Дебровым. В 2008 они вступили в брак. Эти отношения трудно было назвать счастливыми, молодожены часто ссорились. Дебров был недоволен тем, что Саши постоянно не было дома. Он знал, что она учится и общается со своими сверстниками. Но ревность доводила ведущего до бешенства. Кроме этого, шоумен постоянно диктовал своей юной супруге, как одеваться, как себя вести в обществе, что говорить. Дмитрий не терпел, когда Александра что-то делала по-своему. В итоге этот неравный брак прожил меньше года. Фактически, ревность и дурной нрав Дмитрия стали причиной их с Сашей разрыва. После развода с Дебровым его бывшая жена не упала духом. Она сумела пережить этот сложный период и двигаться дальше. Девушка успешно окончила ГИТИС. Пару лет назад Александра стала супругой 31-летнего артиста Яна Ильвеса. Она подарила ему сына Теодора. За свою короткую кинокарьеру Ян успел сыграть в 12 фильмах. Кроме этого, он активно участвует в театральной жизни Москвы. Молодой человек буквально носит свою супругу на руках. Саша наконец-то нашла свою настоящую любовь. Как видим, развод с тираном Дебровым пошел Александре только на пользу. А как вы считаете, правильно ли она сделала, что развелась? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь, жмите на колокольчик. С Новым годом вас!